Во Львове завершился Кубок Украины по велоспорту на треке. Харьковские спортсмены выступали без своих лидеров Владислава Денисенко, Богдана Данильчука, Михаила Ярослава Дудко и Аллы Белецкой, которые вместе со старшим тренером сборной области Сергеем Телицыным готовятся к новому сезону в Турции. В их отсутствии харьковчане золото не добыли, но заработали 4 серебряные и 4 бронзовые награды. Игорь Швайка трижды поднимался на пьедестал. 18-летний воспитанник Сдюшор «Динамо» был вторым в керене и командном спринте вместе с Андреем Белогубом и Джабаром Абдулом. Бронзу завоевал в индивидуальном спринте. Абдул и Валентин Кабашный стали третьими призерами в керене и командной гонке соответственно. В женских соревнованиях медальный дубль оформила Лидия Малицкая. В спринте она заняла второе место, а в командной гонке вместе с Алиной Богдан и Валентиной Кармазиной – третье. Анастасия Ивко в командной гонке стала серебряным призером в составе объединенной сборной. В марте во Львове состоится чемпионат Украины по велоспорту на треке.